за три дня научился виртуозно играть на ней. И вот заокеанский гость в Алматы. Какую секретную технику разработал Джон Майкл Пенелло? На мастер-классе присутствовал наш корреспондент Зарина Жакупова. Слушайтесь, игре на домбре этот человек научился за три дня. А если добавить, что зовут его Джон Майкл и он американец, то возникает больше вопросов, чем ответов. Эта удивительная любовь американца и домбре началась чуть больше года назад. Обо всем поподробнее чудо-музыкант рассказал лично корреспондентам программы «Ревю» на своем мастер-классе в Алматы. Впервые домбру я увидел по телевизору. Сразу влюбился в этот звук и заказал себе через интернет этот инструмент. Ждал 4 месяца, пока доставили, но когда взял в руки, о, это было необычайное ощущение, будто в первый раз держишь в руках своего ребенка. Домбра сразу ответила на любовь Джона, ведь мужчине не впервой общаться на «ты» с музыкальными инструментами, но особое отношение у Джона со струнными. Вот, к примеру, гимн Казахстана от маэстро на гитаре. Чудо-рецепт игры на домбре? Джон отвечает, было бы желание, а результат не заставит себя ждать. Я думаю, главное – это желание. Я, к примеру, не знал в первый раз, как взять домбру в руки. Но все приходит со временем. Главное, чтобы тебе это нравилось, ну и, конечно, без стараний не обойтись. Американский домбрист работает учителем в одной из музыкальных школ штата Нью-Джерси, Америка. У него, как и у любого человека, есть голубая мечта, чтобы все его ученики умели играть на домбре. Так что, возможно, скоро стараниями этого человека домбру в Америке будет знать каждый. Зарина Жакупова, Юлдаш Худайбергенов, Новости Ревью. Извечные споры любой страны. Какой город лучше?